В Италии за минувшие сутки зафиксировано 640 случаев заражения коронавирусом. Новый антирекорд с начала мая, когда страна приступила к постепенному ослаблению карантинных мер. Теперь власти говорят о возвращении ограничений. По всей Италии закрываются дискотеки и танцполы. Во многих местах обязательно ношение масок на улице. Кроме того, правительство не исключает введение точечной жесткой изоляции в тех районах, где ситуация ухудшается. Британская полиция опубликовала ночную съемку участка в Манчестере, где была организована массовая вечеринка, нарушающая все правила дистанцирования. Хозяевам дома выписан штраф, а на участок в течение 3 месяцев запрещен доступ всем, кроме владельцев и съемщиков. В Румынии протесты против ужесточения мер. На манифестацию вышли владельцы и сотрудники кафе и ресторанов. Они требуют отменить запрет на обслуживание посетителей в помещениях. Они заявляют, что отрасль на грани полного коллапса. За последние месяцы 40% заведений вынуждены были прекратить работу. Власти Греции запретили массовые собрания и вечеринки в самых популярных курортных регионах – на полуострове Халкидики и острове Миконос. Запрет вступает в силу с пятницы и будет действовать минимум 10 дней.